Hi guys, здравия всем, с вами Влад Мадис. В одном из предыдущих роликов я показывал, как прочищают раковину в Америке с помощью вот такой вот змейки. Но если это не помогает, есть способ номер два. Итак, поехали. Перед началом этого видео подпишись на мой канал, чтобы не забыть ничего и не пропустить ничего нового. Давайте. Если вода не стекает, то мы делаем следующее. Для начала дождемся, пока стечет вся вода, демонтируем заглушку. Ну что, ребят, вот наша раковина. Нам надо демонтировать, раскрутить вот этот вот сифон и почистить его. Я отсоединил уже заглушку, вытащил ее. Вот таким вот механизмом она фиксируется тут. Значит, снял ее. Нам понадобится сантехнический ключ, или как тут они его называют, чанелла. С помощью чанелла мы откручиваем все тут. Или попробуем для начала рукой. Сейчас мы прочистим эту трубу. И вот эту тоже открутим. Потому что я думаю, что если делаешь, делать надо хорошо. Так, чтобы раз и надолго. Посмотрите, сколько грязи внутри, поэтому вода и плохо сливается. Почистить можно трубу зубной щеткой ненужной. Вычистить оттуда всю грязь. Ну что, ребят, с помощью старой зубной щетки я прочистил трубы. Внутри они все полностью чистые и мытые. Эту трубу тоже. Устанавливаем все назад. Видите, тут у нас много ржавчины. Я побрызгаю, наверное, ВД-шкой от ржавчины. Потому что ужас полный. Эту трубу засунуть до упора. И все собрать так, как оно было. Наживляем до конца, не закручиваем, потому что мало ли что. В общем, ребят, сделал, в итоге поменяв все, три раза установил все по новой, заменил все куски труб, поставил резинки, plumbing tape, это, как они по-другому, тефлон называют, лента сантехническая. И в итоге раковина не забита, ничего не течет, нигде нету протечек, все чинно, благородно. Ну что, гайз, надеюсь, что вам это видео понравилось. Если да, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и помните,
я подружу вас с ремонтом. Всем пока!